собственно говоря, если говорить о поздравлениях, так, надо убрать весь пафос, убрать все возможные и невозможные слова вставки. Вот, самое главное, будь здоров, а теперь уже переходим к интересным вещам. То бишь, учитывая все твои таланты, в первую очередь, желаю, чтобы твои треки возглавляли чарты на KISS FM, в первую очередь, и потом уже всевозможные билборды и все остальное. Кроме того, желаю тебе рейтингов, опять-таки, уровня DJ Mag, там должны быть представлены украинцы, и я так думаю, что ты не просто обязан там быть, я хочу, чтобы ты был не то что в десятке, на первом месте, чтобы Тиеста там где-то в сторонке стоял и нервно курил. Поздравляю диджея Буржуя с днем рождения, желаю ему, чтобы его никнейм Буржуй оправдывал не только его музыку, но также его личный банковский счет. Я обожаю ему коктейль в житті, міксу з хорошої музики, красивих дівчат. Хай буде справді закриті двері, але тільки для нього. Хай всі двері і серця будуть для нього відкриті. А тепер щиро скажу. З днем народження, Буржуй! Я DJ Natasha Rostova. Хочу поздравить Женьку с днем рождения, пожелать ему буржуйского здоровья, творческих успехов, чтобы вот все желания, которые он себе, все цели, которые он себе поставил, чтобы они все сбывались просто вот один за другим. Чтобы он всегда оставался таким же классным, замечательным, прикольным человеком, который какой он есть. И, Жека, тебе всего самого хорошего. Мы уже нажелались, конечно, нажелались, но поздравлялись. И хочется еще рассказать этому мальчику с пальчику. То есть, несмотря на его вот маленький внешний вид, мы всегда удивлялись, мы всегда удивлялись в этом человеке, насколько много всего хорошего, то есть куда оно ему все вмещается, и музыка, и позитив, и креатив, и постоянная, ну, вот человек, я не знаю, человек-шарик, знаете, там. Всего тебе самого светлого, яркого и, конечно же, ангела-хранителя, который бы тебя везде вел за собой, у тебя всегда было все только в светлых тонах. Тебя, я тебя поздравляю, желаю творческих успехов, удачи в карьере, в бизнесе, в семье и обязательно здоровья. Будь счастливой. С днем рождения. Привет, с вами DJQ. Это мой друг. Я его люблю, уважаю. Регулярно. Да, регулярно. Вот. Значит, хочу его поздравить с днем рождения и как минимум топ-100 DJMAX в следующем году. Это все, что ему на самом деле надо. Деньги ему не нужны, у него есть уже буржуй. Вот, поэтому ему только топ-100 и там где-то 15, ну там. Он же скромный парень, видели? Желаю я ему, чтобы он наконец-то поехал на Ибицу и разорвал нам всех. Здравствуйте! Женечка, я думаю, ты меня слышишь? Не слышишь, там нет меня. Это на камеру. Бог ты мой, я думал, меня в зале будет слышно. Я так привык, что меня все время в зале слышно.